Это комплектик ленты, которая работает от 220 вольт напряжения. Это идет коннектор для подключения к сети 220 вольт. Это сама лента. Вот эта лента подключается вот к такому коннектору через вот такие вот разъемы. С другой стороны ленты, точнее со стороны, где она отрезается, ставится заглушка. Заглушка подключается с краю, чтобы не было контактов открытых. Потом лента подключается через вот такие вот коннекторы к сети. И вот лента 50-50 диоды, которые в работе. Это коннектор и розеточка 220 вольт. Вот он у нас питается таким вот образом.